Погнали! Отличный звук от нашего барабанщика Скрима. Красавчик Скрим, и тут, и там. Ладно, смешная шутка была, а Дениса Скипина. Это было интересно. А Дениса Скипин, понимаешь? Скипин и Скрим. Да, схоже.
замазывать. У нас был хороший бит, хорошие брейксы. Было интересно. И сейчас мы узнаем, кто победил. Кто сидит на стуле? Кто победил? Кто ты проиграл? Итак, давайте будем поднимать руки. Давайте поднимать ноги. Как каждый по ноге. Как настроение вообще, ребята, в Тюмени сегодня? Сегодня у нас будет автопати, я просто еще раз напоминаю, потому что наши диджеи подготовили специальные пластинки, такие, знаете ли, для вечеринки. Для вечеринки, не для батлов, поэтому все, кто придет, обязательно принять душ, хорошо пахнуть, прийти красивыми на автопати. Окей? Давайте пошумим для всех диджеев, которые сегодня играли. Отдельное спасибо человеку, который принес барабанную установку и задавал нам ритм, нашему драмеру. Должен сказать, что в этом году в городе, откуда я приехал, в городе Ялта, состоится фестиваль Ялта Summer Jam, и он будет посвящен музыке. Так вот, в Ялте тоже будут многие батлы проходить под живую музыку, поэтому сегодня была вполне логичная разминка перед июлем. Спасибо организаторам, давайте скажем, всех, кто нас собрал. И спасибо вам, ребята, за вкусный борщ, за билеты, за поддержку. Ну и победитель, который забирает приз, давайте помогите нам отчитать, и мы его объявим. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Ребята, также хотел бы сказать еще такую информацию. Я знаю, Эл в сомнениях, ехать в Ялту или нет. Так вот, я хотел бы дать ему интересный повод для того, чтобы приехать. Одно место в контесте «Сила и мощь» ждет тебя, если ты приедешь в Ялту. Представляешь этот регион, так сказать. Поэтому добро пожаловать. Эл получает путевку на Ялта Summer Jam. Он получает место в номинации. Надо это четко понимать. Место в номинации. Путевка это другое немного. Итак, поехали. На этом фестиваль подходит к концу. Сейчас немножко поиграет музыка, пока мы вручаем подарки победителям. Вы можете потанцевать, можете пообщаться, постоять. В общем, ждем вас на автопати.